суперпапы соревновались на звание лучшего. Не знаю, был ли там, кстати, Дмитрий Маликов, но все прошло в Екатеринбурге под названием «Парад колясок». Вот такая вот акция. И в этом конкурсе были представлены самые неожиданные модели. Это повозки со светодиодными лентами, оснащенные двигателями, как самые настоящие транспортные средства. Ну, кроме того, коляски должны действительно были соответствовать строгим требованиям, ведь все изобретения отцов проходили техосмотр. В самой зрелищной части состязания состоялся забег пап с тюнингованными детскими колясками. В состав жюри вошел сотрудник ГИБДД. Ну а когда твой папа инженер, коляска в виде трактора обеспечена, причем качественная и функциональная. Коляска у нас, надеюсь, получилась хорошая. Она сделана из прочного гофрокартона, покрашена специальной светоотражающей краской. Так что мы сможем гулять в ночное время. У нас будет заметно. Детские мечты о морских странствиях также сбываются на этом конкурсе. Теперь к далеким приключениям можно отправиться на корабле-коляске с розовым парусом. Ну а чтобы соорудить такое транспортное средство, многого-то и не нужно. Из обычной доски, ДСП, из картона, ну, бумага, в основном такое все, чтобы не тяжелый был, чтобы перемешался. Все остальное, что подручные средства.